Доброе утречко. Смотрите, наш бабульник все распускается, распускается. Вот тем, кто не знал, что такое бабульник, который продают в декабре обычно, вот можете знать теперь, что у нас около метро бабульки продают по 100 рублей вот такой вот куст, веник, букет. И вот так вот он потом вроде неприглядные веточки с листиками, а потом это в такую красоту распускается. Вот такая вот красота. Всем доброе утро. Хорошего дня. Уже несколько дней вам хочу все показать. Вот такой вот адвент-календарь из чая. Купила я как раз вот Spark в магазин, то, что мы ездим. Так он выглядит. Мне кажется, очень симпатичненький такой. Вот, пока не решила сама, я буду его открывать. Но тогда я решила, что я буду открывать его с 1 января. Или кому-то подарю. Ну, вообще, он мне очень нравится. Красивый. Стоил он порядка 400 рублей. Там пакетики чая в каждом кубике с разными вкусами. Вот. Сейчас еще кое-что покажу. И не показала вам, что купили в парке Зарядье. Вот такой блокнотик купил с чистого листа, называется. Он небольшой. Вот так он выглядит внутри. Но у меня есть кому это подарить. Прям с таким посылом. Не помню, стоил этот блокнотик, по-моему, 170 или 160 рублей. Вот такой вот симпатичный. Мне очень понравился. Потом купила вот такую шоколадку новогоднюю. Она стоит 170 рублей. Очень симпатичное оформление. Там много разных оформлений. Это я купила в парке Зарядье. И еще купила, правда, уже открыли. Вот такое новогоднее настроение консервированное. В Мопассе. Я ликуськи купила. Стоила 200 рублей такая баночка. Мне кажется, очень милая для вот таких новогодних подарков. Вот видите, уже почти съели все мопассешки. Вот так выглядит внутри. Вот. А еще... Вот. И на ярмарке «Путешествие в Рождество» мне очень понравилось именно... Я не знаю, как в других местах, они же много, где эти ярмарки проходят. Вот на Манежной площади, там разбиты по странам эти ярмарки, и много палаток стоит именно с продукцией из тех стран. И вот это Чехия. Я купила вот такие два пряника. Они очень вкусные, я до этого как-то уже пробовала. Они по 60 рублей, вот был еще пряник с малиной. Вот, вот такой пряник. И купила вот такие вафли. А, тоже я такие вафли уже ела, они очень-очень тоненькие, такие с такой тонкой прослойкой. Это большая пачка, они полностью круглые, стоят они 300 рублей. Это, ну, это чешские вафли, они, по-моему, чешские. Вот, и тут, знаете, они такие тонкие, я вот не могу вам сейчас сказать, сколько тут штук сразу так. Наверное, не написано. Но еще я покупала, уже съели, такие вот, там четвертинки этих вафель, коробочки, они по 100 рублей, примерно их 10 штук, этих вафелек там. Я купила с вишней, с шоколадом. Ну, вот, короче, такие там были. Вот их, кстати, даже, наверное, поинтереснее разных вкусов набрать, вкусов много. Одно я подарила с вишней Алене, с Лешей, одну принесла домой с шоколадом, но уже тоже их съели. Они прям очень тоненькие-тоненькие. Вот, ну, будем когда открывать, я вам покажу. Вот это 300 рублей стоит. Тоже прекрасная идея. Остальные, конечно, палатки. Там ценники, дай бог. Там и Прага, и Нюрнберг. И какие только стран, короче, не было всяких. И все это можно там смотреть, как бы покупать. И сладости, и вещи какие-то. И бытовые, и для Нового года, и там... одежда какая-то. Ну, прикольно. То есть, ну, у нас не было цели тратить в этот день деньги, поэтому вот купила по минимуму. Врет, вот, была. Вот такие вот покупочки. А еще я купила, ну, сейчас здесь нету, в этом, в парке Зарядье, прикольную бутылочку с водой. Но я хотела принеси. Пить. Вот, ну, принеси пока. И она, знаете, она сама просто эстетически очень приятна. Проблема тут есть с ним большая. Лика помыла голову, да. Тор не дает Лике встать. Вот.
эстетически очень такая красивая, приятная бутылка. То есть маленькая 0,33 стоит 80 рублей, а большая стоит 100 рублей. Вот, сейчас Лика принесет, я вам покажу. В общем, вот такая вот, она полностью гладкая, такая приятная. Тор очень рассчитывает, что он ее 100 рублей, поместить. Видите, да, Тор на нее рассчитывает, это вот такая этикетка. Вот, вот такая вот бутылочка, очень стильная и красивая. Мне нравится, и знаете, такой пластик прям хороший. 100 рублей, я считаю, что когда ты покупаешь где-то в парке, это совсем недорого. Вот, на кафе столько же стоило. Вот, ну вот. Такая вот бутылочка. Ну, это лирическое отступление. Вот тут кое-кто ждет эту бутылку, но она ему не перепадет. Потому что перепадет она мне. Да, Лик ее зажал. Да, Торик? Видите, аж зевнул, как он хочет эту бутылку. От возмущения. Ладно, все, пошли дальше заниматься делами. У нас пошел снег. Посмотрите, какими огромными хлопьями он летит. Но это снег с дождем. Я как понимаю, он летит и тут же тает. Ой, вот, наверное, ответ на вчерашние мои состояния. Но красиво смотрится, он так летит, такое новогоднее настроение. Вот, смотрите, ой, красота. Ничего не скажешь. Опять электричка нам мешает. Как я не выйду с вами поговорить на балкон, электричка. При этом машинки, смотрите, такие все блестящие, чистенькие стоят. Дождик идет. Вот, вот такие вот у нас дела, вот такие погодные условия. Но поэтому всех и колбасит, потому что с такой очень тяжело погодой. То теплынь, то дождь, то снег, не пойми чего. Нет, мама кормит дочь, а дочь кормит маму. Она сейчас занималась английским, пришла делать мне бутерброд, я тоже такое захотела. А потом хлеб... я пойду гулять с собакой. Видите, так, какая хлебушек намазала горчичкой, сверху вареная колбаска и плавленый сырок. Ну, это у нас такой перекус, потому что мы сегодня, в принципе, особо не завтракали. Знаете, как вкусно получается? Торик, как всегда, сидит попрошенчит. Вот такой вот бутербродик мне дочь сделала. О, обалдеть. Вчера я купила в фикс-прайсе. Кстати, сегодня сняли обзор на покупки в фикс-прайс. Блин, да, он плохо прокрашен, конечно. Смотрите, какой милаш. Ой, сижу жамкую. Нет, состояние у меня спокойное, но он такой хороший, мне так хочется его держать в руках, он прям такой супер-суперский. Ну, не могу, мне так нравится он. Поставлю его у себя. Лика сказала, что ей не надо, а мне он очень нужен. Он такой классный. Не могу. Так что сквиш вот такие фикс-прайс есть милые. Даже жамку тебе как-то жалко. Хочу вам показать идею бюджетного подарка. Смотрите, сейчас уже не буду разбирать, это мама, но у нее есть друзья, там семья, муж с женой и дочка. Они в другом городе живут, хочет отправить им посылку. Мы взяли вот такую коробочку из фикс-прайса. Там внизу, ну сейчас ее уже не буду распаковывать, лежат мужские перчатки. Здесь мы взяли двое женских перчаток для мамы и дочки. Вот такой магнитик она купила. Тоже, кстати, в фикс-прайсе, такой сразу новогодний. И купили вот такие конфетки, новогодние, мне кажется, они тут с ней, с тигры, пингвины. Вот, и вот так вот это все выглядит, очень симпатично, мило. И мы будем отправлять это почтой. Мне кажется, очень прикольно и здорово. Мы сейчас только что гуляли с Ториком на площадке и вели прямой эфир с Инстаграма. Вот, да пойдем здесь. Ну пошли. Ну там вон люди в машинах сидят, не знаю. Вот, короче, такой прикольный получился прямой эфир. Жалко, конечно, что у нас никто еще не смотрит. Была только Настя и Сережа. Настя сестра моя, а Сережа племянник. И на Лик и с Сережей там мы ну, объединили как бы Сережа, два. Сережа, что-то мой брат. Да, и они танцевали с Ликой, это было так прикольно. И представляете, самое обидное, раньше как-то можно было раз нажимаешь и сохраняешь себе в телефон прямой эфир. Сейчас мне почему-то не дало этой возможности. И я его сохранила просто в Инстаграм. Он будет сутки висеть. Но мне бы хотелось оттуда выдернуть пару частей, потому что это было так прикольно. И Лик сказал, что мы постараемся записать это как с телефона. Вот, да, попробуем. То есть, и, ну, там прям реально прикольно. Они так танцевали, так было здорово.
Вот. Музыку. Да, под музыку. Его, кстати, нельзя быть. Вот. Ну, короче, вот. Вот такая история у нас. Сейчас уже идем домой. Что-то на улице вроде тепло, но я стояла, и руки замерзли. А я танцевала. Олег танцевал, ей даже жарко вообще. Торс сегодня как-то ему пришлось скучно, потому что никто не пришел на площадку. Он так ждал, ждал, ходил, все. Сейчас, видите, даже носится, потому что не нагуленный, не набеганный. И мы забыли сегодня, как назло, игрушки. Нет. Обходи, он не обойдет. А, нет, смотри, додумался. Вот. И ни одной палки, ничего на площадке нету, и поэтому... Собака сегодня хоть и долго гуляла, но не выгулена, не набегалась. Держи, там мужчина идет. Опять у нас электричка. Опознались. Вот. Да что так? Опять по темным улицам бродим. Папа не пошел, папа сегодня отдыхает. Ой, какое качество классное вообще, да? Все плывет. Лика ведет Тора. Сейчас приду, буду пить чаек. Решать какой. Какой-нибудь вкусный. Может, с облепихой сделать? Мы опять купили смесь для чая. Блаток с облепихой. А, я еще купила ежевику отдельно. Скажи, замороженную. Вот. А ладно, все, купила. Опять 3 минуты какого-то бреда записала. Все, идем домой. Я не бред. Ты не бред, да. Твою спину. 3 минуты люди наблюдали твою спину. Моя спина — это не бред. Все. Вот и что-то. Ноги отвалились. Серег тоже танцует. Блин, давай выйдем, добавься в гости. Ну, добавься, быстрее. Пусть и Серега вдвоем танцует. Есть же такое, чтобы попроситься в эфир. Зато не холодно. Опять моя нога вошла в танец. А, вот, Серёга тоже танцует. Давайте вместе зажигайте. Ну, вон он, смотри. У-у-у, давай. Ёлку не снеси. Круто. Вообще красавчики. Вообще, Серёга молодец. Где он так танцевать научился? Блин. Он жив? Подожди, все, музыка закончилась. Закончилось. Сейчас, она еще чуть-чуть включит. Сейчас еще чуть-чуть включит. Ну, антракт, она говорит, видишь. Ну, давай, Серёг, ты. Антракт. Че, говорит, Алик, спрашивай, что включить? Ой, ой, Алена, Настя отключилась. Давайте скипиди. Вот, ну, отдышись и скипиди. Он тоже прибежал. Настя вообще почему-то отключила. Я не совсем помню, как танец. А, вот она опять прислала. Я могу включить музыкальную паузу, типа Imagine Dragons. Не, ну мне кажется... Сейчас она присоединится, почему-то долго. Напиши лучше бабушке. О, Серега тоже здесь.
Сейчас я попробую наушник отключить. Давай. Будет слышно? Давай. Серег, ты в прямом эфире. Да. О, Настя, так слышно нас? Да. А, то я наушник сняла. Я потом сохраню этот прямой эфир. Нет! Хорошо. Завтра что делать? По Ой, какая красота! Ну, какой мой подарок, скажи? О, блин. Не скажу. Вот. А я зато тоже все попрячу. Ой, вот здесь, вот тут он. Серёж, что там? Вот расскажи, он. Серёж, расскажи, что там. Быстрее, открывай, пока она не видит. Большой-большой секрет. Доставай его. Включи это. Little Big, Skibidi. Skibidi. Вот торт тоже там. Сейчас. Давай! Ой, наверное, к нам... Молодец!